Yahoo представила первый в мире 64-канальный DVR. Вот мы видим, что на экран выведено 64 канала, все в реальном времени, записываться могут с разрешением 2 SIF или 704 на 288. Поддерживается HDMI выход. It's support one monitor or several? Supporter, you know, different in output, but only one, the same. А, окей. То есть поддерживаются и VGA, и HDMI, но просто они, так сказать, дублируют друг друга. 8 жестких дисков и внешние подключаются через ISATA. Рядом точно так, поменьше устройство, не точно такое же, но 32 канала D1, то есть 704 на 576 в реальном времени.